Ого, неплохо так. Неплохо, неплохо. Отлично. Вау, распилили, ребята. Мы его распилили на части. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем играть вот такую вот крутую игрушку, которую мы, ребятки, не играли уже очень давно, называется «Зомби-машины» или «Машины против зомби», ребятки, или «Earn to Die». Ну что ж, ребят, я рекомендую, собственно, начать новую игру и начать проходить историю. Так, что мы здесь видим, ребята? Здесь, как всегда, человек смотрит в бинокль, и что же он видит дальше? Смотрит он в пустыне, кто-то идет. Это зомби, ребята, это огромные зомби идут. Так, по рации кто-то вызывает меня. Алло, алло, прием, прием. Едь в аэропорт, мы в аэропорту. Мы в аэропорту, передают по рации. Так что, ребятки, я собираю, собственно, все свои силы для того, чтобы собраться и отправиться в аэропорт. Сейчас я здесь, а мне нужно, ребяточки, добраться аж в аэропорт. О, моя, собственно, машина, ребят. Ну что ж, дорогие друзья, поехали, посмотрим, что у нас здесь есть. Так, ребятки, этот, я так понял, рафик закрыт. Вот у нас есть машина. Мы с вами можем купить сейчас вот бензинчик. Отличненько, купили, да, или нет? Как нажимать-то купить? А, вот, все. Так, осталось у нас 2, собственно, доллара. Купить мы реально уже бензин не можем с вами. Так что давайте рассмотрим этот вариант, так как... У нас пока денег нету, мы с вами дополнительные, ребятушки, запчасти купим в следующий раз. Поехали, прокатимся, посмотрим, что эта игра из себя представляет. Ого. Ой-ой-ой-ой-ой, да что же я, как так я мог перевернуться-то? Никуда не годится, ребятки. О, брн-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын, давай-давай газу. А бензинчик, ребятки-то, у нас все, ребятки, закончился бензин. Давайте перейдем в гараж, наверное, и пополним, собственно, наш бачок на... О, ребят, уже достаточно-таки нормально. У нас скоро будет полный бак бензина. Вау, один зомби есть, отлично. Так, все остальные, где они? Где они? Покажите мне этих зомбиков. Ребяточки, кнопка бензина уже моргает, и мне нужно, собственно, что-то делать. Так, давайте в гараж перейдем, наверное, и купим лучший двигатель. Так, двигатель улучшили мы, и, ребят, у нас еще деньги есть на бензин. Давайте, поехали, ребят. Ох, насколько быстрее стала машина, ребятки, ехать. Я раньше думал, что эту игру, ребят, вообще нереально пройти, потому что она раньше для меня казалась довольно-таки сложной в плане прохождения и... В плане длительной такой игры, потому что в нее быстро не пройдешь. Нужно постоянно, ребятки, проходить эти уровни. Постоянно нужно улучшать свой автомобиль. Так, давайте, наверное, зайдем в гараж и посмотрим, что мы здесь еще можем купить. Так, давайте, наверное, купим коробку передач, где мы будем быстрее переключаться между передачами. И, собственно, еще возьмем галлон бензина. Так, ну что ж, погнали, ребят. Вау, вот это да, вот это отлично, вот это круто, ребятки. Ого, ребят, вы видели, как я этих зомби давлю вообще, ребятки, вот это круто, да? Не правда ли классно? Отлично, отлично. Получи, 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 получи. Так, ну что ж, довольно неплохо, ребят, мы уже, посмотрите, куда заехали, еще бы чуть-чуть и... О, сбили, сбили все-таки, видите его, я думал, что мы его не собьем, но мы его все-таки, ребятчики, одолели. Так, ребят, ну что ж, у меня есть возможность купить лучший двигатель, давайте, собственно, наверное, это и сделаем, погнали. О, машина стала еще быстрее ехать, ребят. Вы представляете, теперь мы доехать должны с вами еще дальше. А может и уже скоро доедем до финиша и, собственно, поменяем автомобиль на другой. Когда заделаем все, ребяточки, эти, скажите, запчасти, то мы с вами, я так думаю, доедем уже до финиша, до другой заправки, где будет, я думаю, поболее будет выбор. Так, ребятки, давайте возьмем, наверное, колеса. Собственно, и, наверное, все, потому что уже у нас денежек не хватает. О, ребят, посмотрите, моя машина превратилась в джип с такими колесами. Прикольно, не правда ли? Посмотрите, как я давлю этих зомби, а как я езжу по равнинам. Ребят, посмотрите, ого, мне ничего не страшно. Видите, какой я молодец, ребятки.
Отлично. Давай газу, газу. Бензин кончается, ребятки. Давай, закончился бензин. Давай задавим этого зомби или нет? Да, задавили мы его ящиком. Убили все-таки. Так, ребятки, давайте берем самую лучшую коробку передач. И, ребятки, что я вам хочу сказать, что половина, ребятки, у нас апгрейда, половина тюнинга для автомобиля уже практически есть. Мы уже свою машину наполовину прокачали. Теперь посмотрите, как она быстро едет, ребят. Реально, передачи переключаются, ты даже не ощущаешь. Круто. Давай, 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 газуй, газуй, газуй. Отлично, отлично, просто супер. Бабах, ого, вот это прикольно. Ребятки, закончился у нас все-таки бензинчик. Закончился бензинчик. У нас есть $136, а 155, 136 мы заработали, ребятки, за прошлый уровень. И я предлагаю, ребятки, накупить бензина, пускай уже будет много. Отлично. Так, и что я еще предлагаю? Так, я предлагаю купить, ребятки, пистолет и патроны к нему. Все, ребятки, отличненько. Пистолет мы купили, остались к нему патроны. Хорошо, 10 патронов у нас есть. Поехали. Ого, ребятки, видели, как мы застрелили его? Вау, переехали голову. Смотрите, мой дробовик стреляет в зомби. Вот это круто, вот это я понимаю. Вот эта игра пошла. Неплохо, неплохо, ребят. Давай, давай, дави, дави этого зомбака. Дави, дави еще немножко. Еще немножко осталось. Я знаю, что мы победим. Так, ребятчики, ну что ж, $167, $173 у нас есть. Давайте, наверное, купим себе вот такую вот штучку. И вот такую вот. Это, ребятки, дополнительная защита, которая будет резать зомби впереди. А также защита дополнительная к моему бамперу, чтобы он был более, такой, так сказать, неуязвимым. Так, ребятки, осталось нам, наверное, купить еще пару патронов и нитро, собственно. И я думаю, что мы этот уровень с вами должны уже пройти. Ого! Теперь будем пилить, я думаю, зомби, ребятки. Посмотрите, какая у нас штука на капоте. Теперь мы должны обязательно их распилить. Ого! Неплохо так. Неплохо, неплохо. Отлично. Вау, распилили, ребята. Мы его распилили на части. Вы вообще могли себе такое представить, что такое будет? Давай, 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 давай. Отлично, 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 отлично. Давай, газу, газу, газу. Вот так вот. Так, ребяточки, отличненько. Неплохо, довольно-таки неплохо. Мы с вами купили... Так, ребяточки, мы с вами купили... Что у нас это? Закрыто. Ага. А, за $500, ребятки, мы можем ее открыть. А эту за 2,5. То есть, понятненько. За деньги мы можем их открыть, ребятки. Так, ну что ж, давайте, ребятки, наверное, накупим оружие. И, наверное, давайте купим ускорение. Так, не хватает мне еще немножко денег на это ускорение. Ну, собственно, ребятки, смысл и мотив вы поняли. Так, ну что ж, поехали. Вау, неплохо, неплохо так. Отлично, 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 отлично. Просто супер, я считаю, ребят. Вау, вот это да. Ого, ребята, вы только посмотрите, как мы их взрываем. Вот это круто, да? Не правда ли? Классно. Давай, 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 давай. А, у нас же ускоритель уже, ребятки, появился. Че я молчу-то? Давай, 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 давай. Ребятки, закончилось у нас все. И бензин, и ускоритель. Ребят, все у нас закончилось. Так, ну что ж, давайте накупим ускорителя. Все, ребяточки, все, теперь у нас ускорителя много, и я думаю, что мы с вами таким образом должны сейчас доехать, собственно, до финиша и показать, ребяточки, где, собственно, раки зимуют этим зомбиком. Так, ребят, ну что ж, поехали. Так, где газ? А, вот, вот, все. Вау, тихонечко, тихонечко, давай, давай, Юра, едь, едь, едь. Я знаю, ты должен победить. Давай, 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 мы должны, ребяточки... Сейчас приехать по-любому. Сколько ж все, ребятки, у меня закончился ускоритель. Ребятки, и бензин у нас на пределе. А как же нам доехать за такой определенный промежуток времени? Кажется, я начинаю понимать, ребят. Это нужно делать в конце уровня. То есть до конца уровня нам нужно ехать в любом случае. А там нам нужно, ребятки, набирать, я так понимаю, скорость. Ну, давайте посмотрим. Еще раз. Отлично, ребяточки. Отлично. Так, давай, давай, давай. Поехал, 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 поехал.
Неплохо, неплохо, молодец. Давай, газу, газу, газу. Вот так вот, хорошо. Замечательно просто машинка, ребятки, идет. Если вы чувствуете, как она едет вместе со мной, то это довольно-таки круто, ребятки. Давай, 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 давай. Эх, ребяточки, не хватило нам абсолютно этого, как бензинчика, ребят. Ну что ж, ребят, мы можем с вами открыть этого, смотрите. Мы можем с вами открыть вот этот автомобиль, собственно. Давайте, наверное, и откроем с вами. И потихоньку будем приобретать на него все, что нужно, потому что тот автомобиль до финиша точно не доедет, ребятки. Ну что ж, будем продолжать, ребяточки, на грузовике. О, неплохо так, ребят. Грузовик показывает свои отличные характеристики. Только посмотрите, грузовик намного резче, чем предыдущий автомобиль. О, с грузовиком, я думаю, я доеду туда, куда надо. Давай, давай, газу, газу. Еще совсем немножко. Так, ребятки, ну что ж, бензинчик у нас закончился прямо на самом интересном месте. Но не стоит, ребятки, расслабляться, так как мы с вами с легкостью, ребяточки, этот автомобиль апгрейдим. И проблем, я думаю, у нас уже с вами не должно быть. Все, бензин мы увеличили. Ну что ж, поехали. О, ребятки, намного стал быстрее ехать на этих колесах. Отлично, просто супер. Давай, 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 газу, наверх, 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 наверх. Отлично, ребятки. Я думал, вот этот грузовик, ребятки, ой, грузовик, Рафик абсолютно не будет ехать. Но он показывает, ребят, отличные характеристики, я вам хочу сказать. Реально отличные. В действительности, я думал, он не будет ехать. Но посмотрите, куда мы доехали. Практически туда же, куда и доезжали на полностью заделанном автомобиле на легковом. Это означает, ребятки, что мы с вами с легкостью одолеем этот рубеж, ребятки, когда купим новую коробку передач и пару галлонов бензина. Я думаю, мы скоро доедем до места. Давай, 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 давай. Отлично, отлично, просто супер. Вау, ребята, вы это видели вообще? Вот это да. Давай, 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 давай. Отлично, отлично, просто супер. Вау, круто. Ого, ребята, сколько кровяхи. Бам, 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 бам. Вот это да. Вот это круто. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Да что ж такое, а? Ребятки, надо нам... А что же нам надо сделать-то? Так, давайте, наверное, купим... У нас на $500, ребят, мы можем купить вот такую вот штуку. Так, отличненько, которая будет, ребятки, накалывать зомби. Вот так вот, отличненько, ребяточки. И таким образом мы, я думаю, ребяточки, будем уже уничтожать этих зомби с легкостью. Вау, ребята. Вау, вау, вот это да. Давай, 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 давай. Вау, отлично, отлично, просто супер. Просто супер, ребятки. Вау. Неплохо, неплохо, неплохо. Давай, давай, газу, газу. Осталось совсем еще немножко. Вау, прыжок. Ну, ребятки, доедем мы с вами или нет до конца? Как вы думаете? Надо, небось, было просто ускоритель купить, чтобы доехать до конца. Или доехали все-таки, а? Отлично, ребята, круто, мы с вами доехали до конца. И это, ребятки, просто замечательно. Ребятки, мы переходим на следующий этап. И это просто, ребятки, классно. Так, ну что ж, дорогие друзья, в следующем этапе мы уже будем играть в другом... другое видео будет, ребятки. Это видео, я думаю, подходит к концу. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вам понравилось это видео, поставьте пальчик. И оставьте какой-нибудь комментарий, ребятки. Пальчик вверх, если вам понравилось. Если вам не понравилось, можете ставить смело пальчик вниз. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое за просмотр. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра, ребятки. Пока-пока.